Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на работе, вот решил покушать. И сегодня, короче, у меня на ужин гречка вареная с курицей. Ну, курица это обжаренная, она в духовке приготовлена. С морковочкой, там, со специями, со всеми делами. Вот. И буду вот сейчас ужинать гречкой с курицей. Курица тут больше всего грудинки. Тут есть и крылышки, но больше всего грудинки именно. Вот, друзья, такие вот дела. Что, друзья, вам приятного аппетита. Начнем, короче, кушать. Вот так, чтобы вам было видно. Сегодня день у меня вообще неудачный. Целый день нервотрепки такие. Короче, как с утра начал бегать, часам только к 3, более-менее, спокойная работа началась. Вот до этого вообще, ну, пешком, наверное, сегодня километров 10 прошел, может, больше. Вообще хреновый день-то. Вот именно настолько такое напряжение, друзья, знаете, что вот если бы я выпивал бы алкоголь, да, то, блин, сейчас бы, наверное, выпил бы стакан водки, блин, чтобы снять весь этот стресс. Но так как я совсем не пью, придется так, все. Самому успокаиваться, короче. Настроения, короче, сегодня вообще нет никакого, бля. Давно у меня таких ситуаций не было. Более-менее все было как бы нормально, ровно. А сегодня, я говорю, вообще дурдом. И главное, с самого утра начался. Курица вкусная, классно. Пожарилась. Тут в основном грудинка, а я больше люблю крылышки и ножки. Грудинка как-то так, средняя. А вот ножки и крылышки очень люблю. Короче, друзья, не знаю, блин, как там дальше у меня будет ситуация развиваться, блин. Но пока говорю. Такое состояние дурацкое. Понятно, да, что это жизнь, что в жизни не только праздники, бывают разные ситуации, бывают и стрессовые ситуации. Но осознание этого не тебе от этого осознания не становится легче. Я вообще, друзья, практически не матерюсь, но как бы в моем лексиконе мата практически нет, но крайне редко.
Ну сегодня, блин, у меня маты вылетали сами по себе, блин. Через слово мат. Хотя, говорю, это мне вообще не присуще. Ну просто такая была ситуация, что, блин, не знаю, говорю, сами слова вылетали, блин, матерные. И главное, что как бы еще ничего не решилось в положительную сторону. Только ближе к понедельнику я узнаю там, что к чему. Так что, друзья, такие вот грустные дела. Должно быть новогоднее настроение, скоро Новый год. А тут, блин, проблемы эти одолели, блин. Завтра у меня выходной. Приду домой, хоть ванну горячую приму, хоть расслаблюсь. Вкусная каша гречневая с морковочкой, ну, с мяском. Сегодня вообще целый день не ел. Ну, сейчас уже вечер, это я, короче, первый раз ем. Времени вообще не было даже поесть. И как-то, знаете, когда это такая вот стрессовая ситуация, да? Аппетит напрочь пропадает, вообще есть неохота. Только вот сейчас, вот ближе к вечеру, захотелось поесть. Так что вообще сегодня не в духе, блин, я. Аппетитная курочка. Что, друзья, там телефон у меня зазвонил. Алло. Алло, Гриш. Друзья, извиняюсь, там отвлекся на звонок, просто важный звонок был. Mm-hmm.
Нормально так поел. Ну ладно, друзья. Всем счастливо, всем пока. Увидимся.